здесь, конечно, Zerg очень хорошо в плане того, что можно делать всякие резкие атаки на вторую базу Протоса, и эту вторую базу Протоса не так-то уж легко и защитить. Здесь очень широкий проход, можно забежать со всех сторон зерготне, и это будет очень на руку зергам. Так, ну, сделаем мы здесь в этой игре застроечку. Нужно немножко менять иногда свои первоначальные билд-ордеры, так как противник, который знает, как вы играете, и может очень быстро к ним привыкнуть и придумать какую-то контр-тактику. Здесь какая-то проблема нашего оппонента, но у нас тут с интернетом все хорошо. Тут там у нас все отлично. Так, и поехали искать. Мы находим на ближайших локациях нашего оппонента тайминг пуш. Мы тут можем сделать, но самый эффективный тайминг пуш, когда именно ближнее месторасположение, даже несмотря на то, что здесь нужно уничтожить камни. Так, здесь у нас строга, стандартное начало. И главное посмотреть, сейчас зерк наш будет рашить или он выберет макро стиль. Да, лагает наш противник, у нас все отлично. Смотрите, так тут пингую постоянно, даже слава богу ни одного разрыва нету. No problem, но если всю игру это будет продолжаться, конечно, не очень приятно так играть. Спросите меня, на что модем, но не стоит, может парень обидится. Да, находим мы. Что ж такое это? Пилон не заказался из этого лага. Ну. И такое бывает. Что сделаешь? Тогда план меняется. Заказываем мы второй газ. И бараки. Так будет поинтереснее, я думаю. Сделаем два сталкера под бустами. У оппонента нашего очень поздний газ. Четвертый барак, где он там? Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Мои навыки пригодятся тебе. Портили нервы нашему оппоненту, и сейчас вот тут овер
что-то, ну, явно он не нужен нашему противнику. Просто на микро сейчас будем тут сталкерами. Ну ты даже особо не помнишь. И королевы, главное, идут. Сейчас отвели мы назад красненьких сталкеров, раненых. Я здесь, среди теней. И убиваем нашего оппонента. Жизни спасли сталкеры. Сейчас, в принципе, как бы противник должен написать волшебную славу. Идти. И вышел.